Сейчас петь. И доброе утро, город. Игрок номер один, ваша минута. Доброе утро, город. Денерис красный игрок. Ну, что-то у меня не было заготовленной речи больше, чем на одну речь на первом номере. Ну, мне вспомнилось событие, которое скоро нас всех ожидает. Это 9 числа будут Медина Исраэль выборы. Вот, и как за столом мафии, важно определиться с командой, важно определиться с лидером, шерифом. Мы все определяемся. Вот я, например, собираюсь голосовать за Ямин Хадаш. 10 секунд. За Эйлет Шакет. Ну что так сразу? Вот, мне очень нравится, я ее знаю лично. И это время. Игрок номер два, ваша минута. Доброе утро. Терри Пратчетт как-то сказал, что религия вещь сложная, поэтому нельзя воспринимать всерьез. Политика тоже, но тем не менее, для нас 9 апреля не менее важно, чем 9 мая для всего мира. Эмоционально поиграю. Лично я очень сильно подумываю о том, чтобы проголосовать за Мифлегет Апирати. Если вы не заметили, в последних выборах очень часто побеждают андерграунды, как было с партией пенсионеров. Я считаю, что нам нужно больше личных свобод. Кроме того, Ликуд снюхался с неугодным Лицманом, который запретил медицинский каннабис, и от этого страдают тысячи людей. Нельзя давать этому злу, а также ненавистникам Непстера и Торрента свободу слова. Поэтому лично я на это призываю голосовать за пиратов. Давайте действительно определимся с нашим кодом. Но с вами я поиграю чисто по эмоционалу и за понимание важности выбора. И это время. Игрок номер три, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, просто пригласили меня тут в капитул Святого Оленя. Вот. Я вообще политикой не интересуюсь, но если уже речь об этом зашла, то прямо не знаю, тут одни против голубых, другие против курильщиков каннабиса. Даже не знаю, кому тут присоединиться. Пойду проголосую за Загалу Галеон. Она еще баллотирует. В общем, игрок один и два. То есть речь задорная, веселая, смешила, в конце дня. Столько позитива. Играю 1-2, 3 играю. Вот. Спасибо. Пас. Спасибо и вам. Игрок номер 4, ваша минута. А я с вами не играю. Ни один, ни два, ни три. Они могут быть красные, там, они могут быть там. Игрок номер один говорит, я вообще собираюсь, и я продолжаю, я же в мафию тут пришла играть. Я вообще собираюсь скрываться. Катеньки 2-0. Игрок номер 9. Тут про выборы, и причем вот эти все три игрока, когда они говорили, уже у меня закралось такое подозрение, что все они втроем троллят игрока номер 7. Поскольку троллинг это как бы я немножко так негативно к нему отношусь, поэтому я с ними не играю. Нет, что,
кто? Они все прям черные? Они могут быть все вдвоем красные, но подумал, я с ними играть не буду. Я послушаю, что 2 и 3 скажут по столу в начале следующего круга, и там чем закончится стол. 10 секунд. Номер 1, тогда я еще что-то вот решу. А пока... Нет, извините, я играю только 4. И это время. Игрок номер 5, ваша минута. Здравствуйте, Егор. Вот игрок, как ты сказал, игрок номер 1, игрок номер 4. Да, это как игрока номер 7 тролли чуть-чуть. Это, да, смешно, как он психует чуть-чуть. Это всегда интересно смотреть. Это даже иногда даже хочется это сделать, чтобы увидеть, как его, как он психует. Потому что он как закричал, чтобы... Ну что, речи у игрока номер 1 до 3 мне понравились, смешные. Только чтобы позлили чуть-чуть игрока номер 7. А вот игрока номер 6 я никогда не видел такого. Чуть-чуть зло, и первый раз я не знаю. Что? 4. 4 красные. По нулевому кругу пока что все не видят ни одного черного. Все, даже не серый, даже не серых, даже никого не видел. Все красные тут. Все, кто поговорили до меня. Все, спасибо, пас. Это фол, господин Киткат. Игрок номер 6, ваша минута. Доброе утро, город. Продолжаю мысль игрока номер 4. 1, 2, 3, я с ними не играю. Пусть они будут 250 раз красные, политика меня не интересует, это был просто ужас. Ваши речи, пожалуйста, в другом месте. Играю с игроком номер 4 и с игроком номер 6. Ну, да, может быть, реакция такая была, чтобы действительно посмотреть на сюда. Ну, это такое дело. Но меня это не устроило, я просто дико реагирую на это, потому что я не люблю политику. И как бы у нас негласный договор, что мы не говорим о политике. Есть масса других тем. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 7, ваша минута. Игрок номер 6. Если 1, 2, 3, 250% черный, я все-таки буду с ними играть. Потому что они открыли стол и поговорили по политику, слава богу. Если я бы говорил про политику, всегда они начали параноид. А почему игрока, ну, не знаю. Если я бы говорил про политику, все будет это, всегда паранойя, и оттуда паранойя, и оттуда паранойя, и эти паранойя. Да. Хорошо, вы со мной дружите? Хорошо, отлично. Я послушаю еще. Конечно же, пираты, 1, 2, 3. 1, 2, 3, и пятерка мне как-то чуть-чуть, не знаю. Нет, пятерка понравилась. Пятерка понравилась. Даже если она, и даже если то, что четверка не мне, мне понравилась пятерка. Заба Галлон уже в пенсии давно, ее там поменяли на Тамар Зандберг, а пираты мне не интересуют. Спасибо вам. Минута игрока номер 8. А вам нравятся веселые игры в мафию? Красный город. Красный город обычно не очень любит веселые игры, они любят скучные игры по схемам. Вот. Но 1, 2, 3 сумели зажечь стол. Поэтому послал бы проверку куда-то вот туда, в 1, 2, 3. Потом, смотрите, 4 утверждает, что она красная, поэтому я с 4 не могу не поиграть. С 4 играю, конечно же. Вот. 6, а что 6? А 6 говорит, что 4 тоже красная, поэтому это подтверждает, что 4 невозможно. Уже 2 игрока говорят, что 4 красная. Вот. Поэтому я с ней играю. Вот, и с девяткой тоже поиграю. Теперь, то, что 1, 2, 3, то, что я говорю, я поговорю, вас троллят, как бы. Поэтому, более того, я хочу сказать, вот как-то эти игроки 1, 2, 3, которые вот по прошлым играм, я вот так вот вспоминаю, извините, что я вспоминаю прошлые игры, они вместе как-то не очень всегда играли, а тут они спелись. Замечательно. Нет, проверяется 1, 2, 3. Игрок 9, ваша минута. Доброе утро, город. Авадон, красный игрок. Ну, политика действительно во многом похожа на мафию. Для этого нужно проголосовать с красными, а для этого определиться, кто красный. Но просто чем старше... Да, черно-красный, но про политику. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что в политике красных игроков нет, собрались одни черные, только черные разных оттенков. Ну, не за кого голосовать, но радуюсь, что за игрок как раз за легализацию каннабиса. А вы же голосуете за шафа.
Это была первоапрельская шутка. Ну ладно. Значит, сейчас я недавно сказал, даже я фол, что это котейки 2.0. Как раз была игра, где завелась котейка, все подхватили. И кто это начал? На номер один. Мафия, да. Ну, да, это он начал, но он был мафией. И, так что я бы действительно согласился с Ведьмаком и послал проверку между 1, 2, 3, в первую очередь в единицу. И игрок номер 4 стал реально анализировать стол. 10 секунд. И подсоединился игрок номер 6 и 8. Я играю в этой команде 4, 6, 8. 9. И по слову проверку куда-нибудь туда, я рекомендовал бы лучше в единицу. Спасибо, Пас. И это спасибо я вам. Игрок номер 10, ваша минута. Ну это как здесь нормально оценивать кого-то? Не, ну я так после последней речи... Не, хорошо, после последней речи, смотрите. Я понял, что это очень небезопасно играть вот этой троицей. Я поэтому, пожалуйста, правда, да. Скорее всего, там было бы хорошо кого-то из них проверить. В этом я и уже согласен с восьмеркой. Теперь давайте так. Четверка, правда, она начинает копаться, она молодец, как бы она говорит хорошо. И тоже сама поговорила нормально. Так что я хочу поиграть с четверкой. То есть я играл с командой Авадона. Это 4, это 6, это 8, это 9. Это с теми, с кем я хочу поиграть. Теперь, как бы семерка, вы говорите, что вы играете 1, 2, 3. Я пока что не знаю, там проверят кого-то между ними. Надо будет, чтобы посмотреть. Да, 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 хорошо, нет, а нет. А вот пятерка мне немножко не понравился. Почему? Пятерка немножко не понравился, потому что он так решил поиграть весь 1 из 2 и 3 и 4. Как, не знал, 4. Решил не поиграть ни с кем из них. Он такой, здесь все замечательно, здесь все красные. Не знал, как-то мне немножко подозрительно. А так, я свою команду озвучил. 9, 8, 6, 4. Моя команда. И все. Это время. Никого не было выставлено, поэтому город уходит в ночь. Спокойной ночи. Ведущий включает музыку. А утро у нас недоброе для игрока 6. Игрок номер 6, ваша прощальная. Ну, как вам понятно, что я красный игрок. Значит, с кем я не играла? 1, 2, 3. Значит, что у меня будет в лучшем ходу? Так, сейчас, секундочку, я подумаю. Я подумаю. Так, 5. 3 и 9. Спасибо, Пас. Хорошей игры. Победу Красному городу. Спасибо и вам. И минута игрока номер 2. Так, доброе утро, город. А теперь давайте бихихоньки. Хотя действительно, первые 3 игрока обычно должны сдавать эмоционал. Не понравилось. Мне понравилось эмоциональное сначала. Мне понравилось игрок номер 4, что он копается, что он как бы пытается сохранить голову. Потому что первой жертвой котеек на моей памяти был именно игрок номер 4. Так, игрок номер 5, у него все красные, плюс жестикуляция на до названия лучшего хода, это не очень хорошее поведение. Знаете что, давайте я вас выставлю, потому что не бывает, когда у кого-то все-все-все красные, мне это просто не нравится. Игрок номер 7. Я что сказала насчет не воспринимать всерьез? Вы и позиции по столу тоже так служите? А кто знает все позиции по столу? Ничего хорошего здесь нет. Но 8 и 9 мне нравится. Нет, 9 и 10 мне нравится, 8 это мне не нравится. Игрок номер 3, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, во-первых... Отстрелянный 6-й игрок сказал, что вам понятно тебе, что я красная, почему типа против кого я играла. Это ни о чем не говорит, потому что это первый отстрел. Вот. Игрок номер 5, вы действительно озвучиваете странную позицию, потому что как бы игрок 4, номер 4 с вами не поиграл, а вы поиграли со всеми. То есть, игрок номер 7,
То есть взял в команду всех, кто его патрулил. Эмоционал понравился. Загава Гальон на пенсии, это, конечно, удар. Что поделать. То есть... Ну что, там со мной никто не поиграл. Значит, по-прежнему играю 1, 2, 3 и 7. Вот такая моя позиция. 10 секунд. Спасибо, класс. Спасибо и вам. Игрок номер 4, ваша минута. А чего вы говорите, что с вами никто не поиграл? С вами пятерка поиграл, с вами семерка поиграл. Вот вы на прошлой игре, вот извините, что я вспоминаю, меня втопили за это. Вот мне вот это не понравилось. Теперь, смотрите, действительно, я вот послушала игрока номер 8, я подумала, что что-то в этом есть. Игроки 1, 2, 3, такой вот общий настрой, общий эмоционал. Если это не 3 мафии, то 2 как минимум. Причем единица вполне может быть красным игроком. То есть единица открывала стол, она взяла какую-то тему. И очень... Сейчас, подождите. Я выставляю игрока номер 2. Я объясняю, почему 2, а не 3. Номер 2 принято. Если кто-то выставит номер 3, то тоже будет очень хорошо. Я думаю, что кто мафия? Если 2, 3, и кто-то из 5 и 7. 10 секунд. Но это, скорее всего, игрок номер 5, потому что игрок номер 7 взял бы повод и разбежался бы с ними, а он этого не сделал, поэтому 7 для меня скорее красный. И это время. Игрок номер 5, ваша минута. Здравствуйте, город. Игрок номер 3, вы сказали, то, что 4 меня не берет команду, он на прошлом кругу. Она даже не слышала меня, она даже не говорила про меня. Так что я выставляю игрока номер 3. А игрок даже Терри с нами не поиграла, вы поиграли со всеми и с Пол, игрок номер 3. Не, вы сказали то, что она со мной не поиграла. Вот это вы сказали, да. Так что из-за этого вас я выставил. Почему я сказал то, что мне понравились от 1 до 4? Потому что у всех был эмоционал хороший, то есть все хорошо поговорили. Я не видел смысла говорить то, что я начал бы говорить, что вы черные все. Я не говорил. Мне понравился эмоционал всех. Мне все устраивало вас. Сейчас, как вы сказали, то, что... 10 секунд. Я буду голосовать только в тройку, и все. Все, спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 7, ваша минута. Я все-таки думаю, что пятерка красная. Я все-таки думаю, пятерка более красная. Для меня подозрительные игроки это 2-3. И я хочу послушать десятку. Нет, я думаю, нет. Десятка. Десятка, я знаю, я красный игрок, поэтому я не говорю то, что я видел. Все отлично. Не говорю. Восьмерка, конечно же, нет, восьмерка дружит со мной. Нет, она не дружит со мной. Нет, вы сказали, что вы дружите, да. Нет, восьмерка, да, у меня красная, у меня там творится все-таки. 1, 2, 3, 4. Нет, 4 более красная, а 3-2 вот там. 3-2 и третью проверить тройку, а сейчас я буду голосовать в двойку, а третий маф я буду... смотреть так вот, потом. Единица я играю, а два... 10 секунд. Ну, единица я играл, а после этого двоих, три, нет, сейчас нет. Я просто поиграл с ними, потому что они сказали по политику, а то, что они троллили меня, это я... И это время. Игрок номер 8, ваша минута. Блин, что творится? Кто выставлен? А вскройся в шерифом и посмотрим, что с рандомальной черной проверкой. И посмотрим, что будет. Да? Поднимаем? Вдвоем. А вы же черная проверка будете. Ну ладно. Что? Я голосую в 2. В черную проверку. Вот. 4 мне сказала. Она выставила. А 4 это красный игрок. Я по нулю слышал. Я слышал это от красного игрока 6. Я слышал от красного игрока 4. Что 4 красный игрок. Она выставила 2. Это логично? Это логично. Но если 2 поднимет значок шерифа, то это совсем другое дело. Нет? Нет. Вы шериф? 10 секунд. Шикарно. Шикарно. Кого вы проверили? Кого вы проверили? Единица. Ну, быстренько. И это время. Мя. Окей. Игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. То есть, ведьмак скрыл шерифа или уже шериф? Так. Игрок номер 10, вы шериф, да? Единственный. И вы проверили единицу черный, да? Двойку черный. А потом проверите тройку, да?
А как вы подмигнули четверки? Нет, это... Пол, игрок номер 7. Да, ну хорошо. Мы, в принципе, по-прежнему играю с игроками 4, 8 и 10, которые играют с нами в одной команде. Значит, буду голосовать в двойку. Контроль устроил игрока номер 2. Как и черную проверку единственной шрифтской версии, пока не понял, кто шрифт, но и слава вселенной, как раз может попадут не туда. Так, значит, далее. Кто был в лучшем ходе? В лучшем ходе были игроки 3, 5, 9, но я 9, я знаю, что я красный. Пятерка для меня очень подозрительная, и двойка как раз в руках выступала против игрока номер 5, в котором в лучшем ходе. Ну, сказал так, я бы его выставила, но не сделала это корректно. Она не сказала, выставлю игрока номер такой-то. Кто выставил, господин ведущий? Выставлены игроки номер 2, номер 3. Ну да, пятерка не выставлена, так что я подозреваю, что я вместе мафия. Игрок номер 10, вашим нотам. Давайте я расскажу, почему подмигнул четверки. Четверка начинается копаться, и было выгодно взять этот паровозик. Я так смотрю, я уже проверил двойку черный. Как бы тройка подхватывает, тоже играет. Они все втроем играют. Я так понимал, если там один черный, так и они все одного тонуса. Я решил подмигнуть, потому что я думаю, что она... И как бы не было, как по мне, смысла... Как бы не играть с ними. Поэтому я подмигнул. Я думал, что она вскроется шерифом, скажет. Ну нет, вышло так. Сейчас уходит 2, я проверяю 3. И вот я не знал, единица, что это было. Что вы подняли шерифский значок? Это... Я не знаю. Ну, это как бы пятерка в любом случае окраснился, потому что в него так как бы... Ну пятерка окраснился, это всем понятно. Я даже не знаю, как это аргументировать просто. Четверка красная для меня. У меня восьмерка красная, семерка красная. То есть для меня вот 4, 5, 7, 8 точно красные игроки. Вот я хочу искать между... Я как бы понимаю, что меня сейчас скорее всего убьют. Я проверю поэтому тройку, а дальше там остается разбираться между 9, 1 и 1. Итак, город переходит в зал сюда. А, да, точно. Еще игрок номер 1 вашим нотам. Ну зачем давать единицу вещи? Ну правильно, ну это, по-моему, излишне. Я на самом деле пошутила. Ну что, ну? Ну, да, общий тон игры. О! О! Давай ты все дружно поднимем значок. Да, ну и я шире. Да, вот это все о том, как не нужно говорить на мафии про политику. Слово про политику означает про полицию. Десять секунд. Даже не знаю, кого... А, выставляй игрока номер 10. Игрок номер 10 принято. И это время. Итак, город переходит в зал сюда. Выставлены игроки номер 2, номер 3, номер 10. Голосуем в этом порядке. Номер 2, номер 3, номер 10. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Раз, два, три, четыре, пять. 5 голосов. Принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? 0 голосов. Принято. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Раз, два, три, четыре. Я так понимаю, игрок номер 7 тоже уходит за игрока номер 10. Нет. Раз, два, три, четыре. 4 голоса уходят игроку номер 10. Игрок номер 2. Большинством голосов вы покидаете этот стол. Ваша прощальная минута. В живом порядке. Стрелять. Шерифа. Семерки полагается фол за касание. Восьмерки, напоминаю. Это его третий, кстати, я окошко. Я не видел, значит, не считается. Короче. Попугайчик спи с открытыми глазами. Спасибо вас. Спасибо и вам. Попрощались все с игроками от вам. Стреляйте 8. Это фол, господин Ведьмак. Вы на 8 номере. И город уходит в ночь. Недоброе.
для игрока номер 10. Игрок номер 10, ваша прощальная. Ну зачем так? Ну зачем? Три черные. Это понятно. Ну вы выставляете три. Это видимо, как вы так довели единицу до вскрытия? Это звучит страшно. Довели до вскрытия. Не, вы вскрытие. Я понял, вы голосовали в меня. Это вас очерняет, вы черный. Да. Хорошо, ну все понятно. Сейчас тройку вы выносите, все тут уже ясно. У вас даже и право на ошибку есть, даже если это единицу вот так довели до скрытия. Просто у вас даже шанс на ошибку есть. Все замечательно. Давайте уже, вам не сдаться, не легче будет. Ну хорошо, ладно. Вы выставите тройку, уже уберете. Все, это будет быстрее. Пас. Прощаемся с игроком номер 10. И этот день открывает игрок номер 3. Доброе утро, город. Ну что ж тут тебе расскажешь? Вот. Кроме того, что, конечно, тот, кто был внимательный, попилиться. А кто хочет со мной попилиться? Ну хорошо, выставляю игрока номер 8. Игрок номер 8 принят. Тут такой на общей волне, так и быть. Вот. Но тот, кто был внимательный, мог обратить внимание, что, конечно, договор поговорить о политике, или как там правильно сейчас в России говорить, договор, он был еще до раздачи ролей. Так что тут нет никакой связи, кто там кого подхватывал, кто за кем говорил. Почему я еще сказал, ладно, я присоединюсь к этому капитулу Святого Оленя, потому что я о политике очень долго не хотел, еле уговорили меня говорить. Даже политиков не знаю. Вот. Ну, дальше ясно всем, кого стрелять. И это время. Игрок номер 4, ваша минута. Выставляю игрока номер 3, а мне не ясно, кого стрелять. Игрок номер 3 принято. Да, мы попилим 3-8, поднимем обоих. А кого стрелять? Если 8 поднимут, а 1 стреляет, да, это шериф. А вообще, опять я вспоминаю предыдущие игры, моя самая первая игра, когда ведьмак нашел 3 мафии по нулю, именно по эмоционалу, что 3 мафии сидели, смеялись и говорили, какая у нас веселая игра. Весь стол такой сидит, там напряженный, там кто, чего, я вообще там первый раз за столом. А одна сидит, у нас такая веселая игра. И ведьмака отстрелили, он говорит, вот это вот 3 мафии. Я, правда, потом все это сказала, что он черный, потому что, ну, не может игрок вот так вот по нулю, по эмоционалу найти 3 мафий по эмоционалу. Ну, вот. И это время. Игрок номер 5, ваша минута. Здравствуйте, город. Сейчас, да, уходит игрок номер 3, потом, чтобы, я считаю, чтобы ушел игрок номер 9. Сейчас объясню, почему. Потому что он сказал, что игрок номер 5 до сих пор для него черный. Не, вы до этого говорили, то, что я черный. Да, вы до этого говорили. А вот игрок номер 7, 8 и 10 сказали то, что я окраснился. А вот для вас я именно черный остался. Ну ладно. Сейчас для меня, чтобы ушел. А, сейчас вы ведь пилим и поднимаем? Да. Полим и милеем. Гол, игрок номер 3. Ну, для меня сейчас мафия 3 и 9. Все. Спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 7, ваш. Выставляю игрока номер 8. И номер 8. Какой 8 стоит, я выставляю еще одного игрока, вы второго игрока будете принимать. Нет, я знаю, что 1, 2, 3 черные, я хочу еще поиграть. Или 8, или 9 уйдут. Я хочу сейчас играть. Я хочу еще поиграть. Я решил, я хочу поиграть. Все. Или 8, или 9, или можно... Нет, если 7 хочет поиграть, 7 должен сидеть. Нет, 7 сидит. А кто скажет, попил? Бол, игрок номер 5. Скажите, игрок номер 8 попил? Конечно, попил, у нас же тут самый лучший попил, то, что можно устроить. Перед... лучше оставлю игроком номер 8 этот концерт. Или 8, или 9 уходит, выставляю... Я выставлю игрока номер 9? 10 секунд. Кто выставлен? Выставлен на игроке номер 8, номер 3. Выставляю игрока номер 9. Номер 9 принято. Выставляю игрока номер 4, выставляю игрока номер 5, выставляю игрока номер 7. Все. И это время. Игрок номер 8, ваша минута. Попил очень простой. Игроки, красные игроки. Это 4 красных игрока для меня.
для меня 7 красный игрок, для меня 5 красный игрок и 9. 4 игрока, 4, 5, 7, 9 голосуют в 3. Остальные сидят, руки вот так вот. Это его голос уходит к последнего игрока. Все понятно? Красные игроки. 4, 5, 7, 9 голосуют в 3, остальные 8. Но сидят вот так вот. Замечательно. Теперь, у нас Биби хочет поиграть, поэтому отстрелите Биби. Он самый красный игрок. Я буду сидеть до угадайки. Пол игрок номер Биби. Так, теперь, у нас 4 точно красные, потому что она сказала по нулю, что она красная, и поэтому она красная. Плюс 6 сказала, что она красная, поэтому 4 только красная. Она самая красная за столом. Теперь, 9 сначала начал разбираться с пятеркой, все такое, но потом 9 говорит, что для меня все-таки 1 и 3 почернее. Поэтому как бы вы все равно покраснее получаетесь. Нет, поставку. Вы в 3 голосуете. Пол игрок номер 8. Напоминаю, игрок номер 7, у вас 3 фола. Игрок номер 9, ваш минута. Доброе утро, город. Я могу предложить другой вариант попива. Значит, игроки 5, 7, 8, 9. Мы четверо голосуем игрока номер 3. А игроки 1, 3, 4 и ведущий. Голосуем по схеме игрока. Красные игроки голосуют в игрока номер 3, черные голосуют в игрока номер 7. А потом стреляется игрок номер 1. Я не шучу. Спасибо, пас. Спасибо вам. Игрок номер 5, у вас третий фол. Так, игрок номер 1, ваша минута. О, как это мило. Мне тут все-таки дали слово сказать. Ну, во-первых, тут уже несколько игроков уже спалились, что они мафия, например, игрок номер 9 только что кричал отстрел, игрок номер 8, кстати, говорю для вас, игрок номер 5, тут не может быть попила, нас 7 человек за столом, что вы собирались пилить тут за пила? Игрок номер 9 сейчас кричал отстрел, игрок номер 4 тоже все время вспоминает прошлые игры. Что еще? Еще какие-то у вас были явные логические несостыковки в речи. 4? Нет, я считаю, что 4 красные. Она же сказала, что она красная. Я тоже говорю, что я красная. 10 минут, на секунду. Выставляю игрока номер 8 стоит. 7. Игрок номер 7 принято. И это премиум. Пройдемся по фолам. Игрок номер 3, 2 фола. Игрок номер 5, 3 фола. Игрок номер 7, 3 фола. Игрок номер 8, 2 фола. Игрок номер 9, 1 фол. И мы переходим в зал сюда. Выставлены игроки номер 8, номер 3, номер 9, номер 10. Мы голосуем в этом порядке. 8, 3, 9, 7. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8? 2 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 3? 3 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? 0 голосов. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? 2 голоса. Большинством голосов уходит игрок номер 3. Игрок номер 3. Ваша прощальная минута. Да. Ну ладно, я понял, что 8. И это должен быть пример для всех здравомыслящих людей, что занятие политикой, оно в принципе... До добра не доводит. Бросайте это плохое дело. Я вот давно бросил и живу, и благоденствую. Если бы не сегодняшняя игра, не было бы этого счастья на мою голову. Так, ну вы знаете, кого стрелять, да? Нет, ну тот, кому надо, тот знает. Кто 4? 4 красный игрок. Кто же он еще может быть? Правда? 10 сейчас секунд. Посмотрим, кого застрелят, тогда будете знать. 4 застрелят. А и это премия. Попрощаемся с игроком номер 3. И город уходит в ночь.
И утро недоброе для игрока номер 5. Есть. Игрок номер 5, ваша прощальная минута. И это был пол, игрок номер... Сейчас, чтобы ушел, я говорю, чтобы ушел сейчас игрок номер 9. Для меня он мав. Только игрок номер 9 и все. Только игрок номер 9. И игрок номер 4 со мной согласен, да? И только игрок номер 9 для меня мав, и все. Игрок номер 9 уходит, и победа городу, я считаю. Я считаю. Потому что двойка была черная, и по проверке шерифа, и трой. Единица? Единица. Ну, красная для меня. Потому что 2, 3 и 9 для меня мафия. Все, спасибо, пас. Спасибо и вам. Радуйтесь, игрок номер 7, что я добрый ведущий. И этот день открывает игрок номер 4. Ну что, по завещанию убитого красного игрока. Выставляю игрока номер 9. Игрок номер 9 принято. У нас Биби очень хочет поиграть. Давайте попилим наконец-то игрока номер 9 и игрока номер 8, который засиделся за столом. Когда игрок номер 8 долго сидит за столом, он у нас кто? Игрок номер 7 спрячет телефон. Да, 4. Красный игрок. Я считаю, что эта игра на Ютубе должна так и называться. Кто на первой базе? 4. Красный игрок. Спасибо, Паша. Спасибо, Иван. Игрок номер 7. У вас нету права голоса, но вы можете показать, кого выставить. 8. Игрок номер 8 принято. Игрок номер 8. Ваша минута. Я именно об этом подумал. Так и должна называться игра. 4. Красный игрок. А вот заметьте, сейчас вот не выставим мафию, уйдет какой-нибудь игрок, а потом игрок номер 7 за касание, за разговоры, за еще что-то. Уйдет по трем фалам. По четырем фалам. И все. По идее, сейчас вообще он должен будет. И все. И закончилась веселая игра. Выставляю игрока номер 1. Игрок номер 1 принято. Ой. Ничего, сейчас игрок номер 9 выставит 4-го. А... Ну, то есть у нас как раз 5 игроков будет выставлено. Мы всех попилим. Послушаем еще раз по 30 секунд. Дадим возможность Биби еще 30 секунд. А 30 секунд у вас будет. Вы напопили, 30 секунд будет. Я сломаю. Я только в себя могу сломать. 10 секунд. Каждый будет ставить в себя руку, чтобы не сломать себя. Это сложная схема, я знаю. Не, ну как бы вам сложно понять. Вам и еще... это время. Игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Кто выставлен, господин ведущий? Выставлены игроки номер 9, номер 8, номер 1. Так, ну, выставили господин игрока номер 7, потому как раз игрок номер 4, красный игрок. А все остальные непроверенные. Да, тоже это прямо очень сложный выбор, потому как обычно ведьмака либо первым стреляют, либо первым проверяют, находят красным и стреляют, находят черным сносят. А тут ведьмак. Дожил почти до угадайки. Ну и я стрелял в игрока номер один, но что-то промазал, пуля отрикошетила. Так что буду стрелять в игрока номер один. А голосовать либо между семеркой и восьмеркой. Спасибо, пас. Спасибо и вам, игрок номер один, ваша минута. Чего говорите? Всех выставить? У нас только четверка не стоит. Четверку тоже выставить? Ну да, но... Выставить? Четыре сидит. Тогда не получится попила. Выставить четверку. Выставляй игрока номер 4. Игрок номер 4 принято. Так какая схема? А кто черный? Я сомневаюсь между 8 и 9. 8. Вы слишком долго живете. Это правда. Это с этим я не могу спорить. Вот. Вот. Поэтому. Так как мы голосуем? 10 секунд. Ага, я в тебя должна проголосовать. Ну, хорошо. И это время. Итак, город переходит в зал сюда. Высланные игроки. Номер 9, номер 8, номер 1, номер 7, номер 4. В таком порядке голосуем. 9, 8, 1, 7, 4. Работа же в инвентаре. Итак, кто за то, чтобы игрок номер 9 поднял стол? 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 8 поднял стол? 2 голоса.
Кто за то, чтобы игрок номер один покинул стол? 3 голоса. Кто за то, чтобы игрок номер 7 покинул стол? 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 4 покинул стол? 0 голосов. Игрок номер один, вы покидаете стол, большинство голосов. Ваша прощальная минута. Ну вот, вы не дали Биби поиграть. Какие вы злые. Иду я от вас. Мирабель, а вы что же... Да, да, я с этим не спорю. Ну что же вы вот... Четыре сидит, да. 4 красная проверка? Нет? Красный игрок. По жизни красный. Ну все, хорошо. Я думаю, все-таки 8 черный. Вы получаете игрок номер 1. И город уходит в победу.